Ну что ж, всем большой привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и я продолжаю проходить Mass Effect на ваше усмотрение, надеюсь, вам нравится, и, в общем-то, поехали потихонечку, пора бы уже, так сказать, приступать к делу. И продолжаем. У нас идет атака на лабораторию, ну, точнее, проверка, что же там не так. По крайней мере, если вы не забыли об этом. Так, ну и давайте посмотрим, где у нас лаба. Так, исследовательская станция находится вот здесь вот. Собственно, ее будем, наверное, и захватывать. Где-то час мы уже почти доехали. Да, нам вот в эту сторону. Осталось немножко времени подождать, и я, собственно, по идее, должен буду доехать до нужного нам места. После чего можем повеселиться, думаю. Так. Где же ты, лаборатория? По крайней мере, где же вход в тебя? А вот, собственно, и вход. Правда, непонятно, почему отсюда все убежали в спешке. Ну ладно. Поехали. Итак, мы внутри. На всякий случай сохраняемся. И на всякий случай достаем свое оружие. Ну, мало ли. Довольно странные звуки здесь. Ручное отключение, естественно. Отлично. Взять все. Там посмотрим, может, что продадим. Здесь еще что-то было. Ручное отключение. Черт. Отлично. Взять все. Теперь давайте быстренько посмотрим, что же мы взяли. Возможно, есть что-то более интересное у нас. Но нет, пока что я более интересного у нас с вами не вижу. Возможно, есть что-то интересное в костюмах, но тоже не факт. Так, тяжелая броня. Тяжелая броня, тяжелая броня. Но щитов маловато. Да, телохранители, я думаю, пока оставим. Посмотрим, что у нас есть на Рекса. Ни хрена у нас нет на Рекса, а на Гаруса. Нагаруса есть, но слабоватенько. В основном у нас на человеков. На всех остальных у нас пока ничего нету. Ладно, пойдем дальше тогда. Так, мы видим уже какие-то враждебные метки. И пора бы сохраниться. Дабы не взламывать здесь больше ничего. Хаски? Что здесь забыли хаски? Как говорится, только этих здесь не хватало. Так, мне нужен мой дробовик. Упс, перегрев. Самую малость. Ну, как-то так. Вставай, лентяй. Так, что у нас здесь есть? Есть еще противники или нет? Какая-то странная лаборатория, если честно. Если здесь есть хаски, значит, здесь чисто в теории должны быть и геты. Но вот их я пока здесь что-то не наблюдаю вообще. Ну да, скорее всего, их здесь просто нет. Ладно, сохраняемся, бежим дальше. Да.
Я думаю, что наш дробовик прям шикарен. Особенно учитывая, что у него идет хороший урон по хаску. Великолепно. Правда, я смотрю, что сзади пришло куча кетов. Что на самом деле является очень хреновой новостью. Так, нужно спрятаться. Ребята, давайте, отходите назад. Пусть они на нас нападают. Ну, Рекс, уйди с... собака. Опять за всех отдуваться одному, да? Ну, ладненько. Попробуем в одного. Авось получится отравить кого-нибудь. Так, одного отравили, отлично. Возможно, он даже помрет, самую малость. Тихо, не кипишуй. Кто там следующий? А, детишки. Ну? Снайпер, мать твою. Упс, я случайно прижался к стеночке. Я этого не хотел. Все? Это все, на что вы способны, гребаные геты? Но я вам заранее говорил, что геты здесь будут, поэтому ничего удивительного я не обнаружил. Ладно, нам нужно найти что-то полезное. Давайте поглядим, что же здесь таки есть. Так, ну здесь никаких консолей я не наблюдаю, хотя... Что таки нашел. Ладно. Значит, нам скорее всего дальше. Какой-то ящик. Круто. Легкая броня даже есть. Правда, она нам нафиг не нужна, но почему бы нет? Почему бы нет? Количество предметов в настоящий момент 136, максимально возможное количество 150. По достижении этого количества вам придется избавляться, в общем-то, от всего и вся с помощью крио бла-бла-бла. Рекомендуется продать или избавиться от некоторых предметов, чтобы количество не превысило максимально допустимый предел. Короче говоря, снайперская винтовка уравнитель. Я думаю, что винтовочку уравнитель мы отдадим нашему Гарусу. По идее, она ему как раз подойдет. Гарус, где винтовки? Уравнитель, шикарненько. Конечно. Ни одна последующая винтовка не будет такой крутой, как эта. А вот Кеслер мы, скорее всего, возьмем себе. Хотя, стоп. У нас есть более хорошее оружие. Стингер. Тогда Кеслер мы отдадим нашему Гарусу. А себе взамен возьмем что-нибудь интересное. Надо, кстати, еще дробовики посмотреть. Вдруг есть что-то более интересное, чем то, что есть у Рекса в данный момент. Но нет. Ничего интересного, собственно, нету. А, преобразовать унигель. 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 Они все равно копейки стоят. Все, что, по-моему, ниже тройки, стоит очень-очень мало. Поэтому все это можно преобразовывать. И не бояться, что у вас что-то будет не так. Вот. Больше всего, я так смотрю, у нас выпадает снайперских винтовок.
К сожалению, нельзя зажать Shift, допустим, и выделить сразу несколько объектов. Приходится унигилировать все поодиночке, но я думаю, что вы чуть-чуть подождете. А биоусилители нам не нужны, насколько я помню. У Шепарда их, в принципе, кстати говоря, нету. У Рекса есть. И тут, в принципе, тоже есть. Давайте вот так тогда. А тебе дадим... Так. Давайте единство возьмем. Сколько у нас там брони? Надо будет потом всю броню сбросить к фигам. Ладненько, пока можем, сохраняемся. И мы нашли с вами... О, там еще что-то есть. Мы нашли с вами, скорее всего, какую-то непонятную фигню. Взять все. Кстати, буря. Рекс, посмотри, пожалуйста. О, охрененный дробовичок. Как раз для Рекса. Так как этот парниша бегает у меня в основном с дробовиком. Почему-то сейчас он не бегает с ним. Я думаю, что это именно то, что ему надо. Так, ладно. Особенно учитывая, что у нас здесь куча гетов, которых нужно поубивать самую малость и все такое. Итак, что же мы должны здесь найти? Мы здесь что-то должны найти, ну и выяснить вообще, что здесь на станции произошло за все это время. Хотя, пока непонятно, что здесь произошло. Кстати, да, я научился использовать такие... хилочку. Я наконец-то нашел эту кнопочку. Оказывается, на F хилиться, на G бросать гранаты, но мне это тем временем не особо-то помогает, потому что я, в принципе, без этого неплохо справляюсь. Ну, более или менее. Главное, чтобы не умирал. Воу! А ну пошли вон отсюда. Осталось уничтожить еще 3 аванпоста. Будет весело. В смысле 3 аванпоста? Упавшая спасательная капсула, исследовательская станция. Здесь вроде бы больше ничего нету. Ладно. Видимо, имеется в виду, что аванпосты находятся где-то на соседних планетах. Что, собственно, мы и проверим, наверное. Я так думаю. Так. Я немножко забыл, как мне вернуться на Нормандию. Сказал я и тут же это сделал. Какой я прям неоднозначный. Что аж ужас. Итак, мы вернулись на Нормандию. Насколько я помню, в этом месте мы проверили вроде бы все. И теперь нам нужно перелететь на соседние, скажем так, близлежащие маленькие галактики. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. У меня есть работа для вас. Подробности расскажу при встрече. Это незащищенный. Если вас интересует мое предложение, давайте встретимся на цитадели, чтобы обсудить все лично. Я буду ждать вас в посольском зале. В посольском зале президиума. Ну ладно, а посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Итак, Мевинор, вторая из внешних планет системы Трэшковой. Это скалистое тело, в недрах которое встречается не представляющие интересы руды и ледяной лед. Холодная поверхность состоит из кремнезема. Считается, что Мевинор, как и газовый гигант Солмар Лон, язык сломаешь, образовался слишком близко к Трэшковой и был выброшен на границу системы в результате гравитационного эффекта. Компьютерные расчеты показали, что через несколько сотен тысяч лет он переместится за пределы системы. Прикольно.
Так, что дальше? Салмарлон. Одна из двух внешних планет системы Трешковой. Удаленность их от остальных тел системы и орбитальные характеристики позволяют предположить, что эти планеты образовались в пределах 3 АЕ от двойной звезды и были затем выброшены на границу системы из-за нестабильности орбит. Салмарон — водородно-гелевый газовый гигант, верхние слои атмосферы которого содержат значительное количество натрия, что придает ему отчетливый серый цвет. Ну да, они, кстати, довольно-таки далеко находятся от всех остальных планет. Но ладно, следуем дальше. Ага. Тегейзе. Планета земного типа, атмосфера которой содержит хлор и криптон. Поверхность состоит большей частью из силиката, встречающихся с залежи углерода. Тегейзе имеет небольшую для своего размера массу, поэтому она всегда обращена одной стороной к Трешковой А. Разница температур между горячим полюсом на освещенной стороне и холодным полюсом на неосвещенной стороне является причиной штормовых ветров, дующих через терминатор. Обнаружен тяжелый металл. В процессе сканирования этой планеты вы обнаружили крупное месторождение ртути. Атмосфера Патамальруса очень похожа на атмосферу Венеры. С точки зрения температуры и давления, с одним отличием, она содержит значительное количество кислорода, как в свободном состоянии, так и в виде диоксида серы. Поверхность планеты имеет высокое содержание магния, встречаются залежи углерода. Возможно, хотя и маловероятно, но на Патамальрусе идет развитие примитивных форм жизни. Компьютерные расчеты показали, что через несколько миллионов лет в результате воздействия звездного ветра трешковой Патамальрус лишится своей атмосферы, что приведет к снижению температуры поверхности до минус 70 градусов, а значит, скорее всего, там никто не выживет. Обнаружен тяжелый металл. В процессе сканирования планеты вы обнаружили небольшое месторождение иридия. Замечательно. Гунсалра. Небольшой водородно-гелиевый газовый гигант. Верхние слои ее атмосферы содержат необычно большое количество азота, который из-за ионизации звездным ветром приобретает фиолетовое свечение. Гунсалра является удобным местом для разрядки двигателей, что стало причиной появления на ее орбите большого количества космического мусора, сбрасываемого с кораблей. Вот такие вот, собственно, дела. Ладно, и последняя планета, что у нас здесь? О, Антибар. Холодная планета земного типа, атмосферу которой составляет метан и аргон. Покрытая льдом поверхность планеты имеет высокое содержание железа, встречаются залежи магния. Антибар считается претендентом на долгосрочное терраформирование. Если толщину атмосферного слоя увеличить до толщины атмосферы Земли, температура должна подняться на 10 градусов. По причине низких температур, высокой скорости ветра и низкой видимости, пешие перемещения по Антибару считаются опасными. Ну что ж, приземлимся и узнаем, как это на самом деле. Как всегда, берем этих двух парней, без них я не могу никуда ходить. Их боевые умения, конечно, не на высоте, но, блин, они офигенны. Итак, планета моей мечты. Холодно всегда. Ну что ж. Посмотрим, что у нас есть прямо вот сблизи с нами. Это какая-то непонятная аномалия. Поставим сюда флажочек и проведаем, наверное, вот отсюда и вверх. Давайте, наверное, так и сделаем. Я думаю, что мы что-нибудь найдем. Пока что мы будем изучать планеты, потихонечку драться с гетами, собственно, на границе с системами Термоса. Термина, точнее. Почему-то Термос вспомнил. Не о том думаю. Ну ладно. Система Термина — это очень такая веселая штука, когда... Точнее, то место, где обитают... Геты, насколько мне не изменяет моя память. За вуалью они находились очень много лет, но теперь они находятся здесь. Так.
Отлично. Ну, кстати, да, ни хрена особо не видно, поэтому такое. Так, искать полезные ископаемые. Отлично. Обнаружено месторождение ртути. Крупное. Замечательно. Не зря, собственно говоря, сюда. А поехал. Вот дальше смысла особо уехать нету, раз здесь обнаружено месторождение ртути, значит, здесь вблизи ничего, собственно, и нету. Ну, по крайней мере, насколько я правильно помню. Да, здесь вблизи однозначно ничего интересного мы не найдем. Поэтому поедем вот в ту сторону. Два солнца у нас здесь. Две звезды, горящие ясно. И вот у нас какая-то непонятная аномалия. Сейчас мы узнаем, что же это за аномалия такая. Угу. У нас их целых две и прям в одном месте. Ох, мать твою! Мать твою! Тот момент, когда дезертирка чуть-чуть пересрал. Ваншотом просто, серьезно? Предупреждать же о таких вещах надо, ребят, вы о чем? Ни хрена не круто. Так, ладно, я там сохранюсь. Главное, просто к нему близко не подходить, я понял. Мочить его издалека, он легкий очень, но... В общем, там мой косяк был. Там был сугубо мой косяк. Так что прошу прощения, еще раз разведаем, и я на этот раз все-таки сохранюсь прямо перед ним, а не буду так весело плясать на нашем авто. Вообще-то ты стоишь довольно ровно, что тебя не устраивает. Так. Давайте. Поищем ископаемые. Отлично, дешифровка, ртуть, все дела. Круто, экспириенс получен, денежки получены, все замечательно. Так, разворачиваемся. Выезжаем, говорю, отсюда. Вот. Ну, как-то вот так вот. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Я не ожидал увидеть такую хренотень там. Я на этой планете, признаюсь, не был. Я в свое время изучал очень мало здесь, поэтому хочу сейчас изучить вообще полностью все. Вообще, когда я проходил первый Mass Effect, я не очень хорошо бегал по данным играм, но теперь я восполняю, так сказать, все эти пробелы за счет такого хорошего прохождения, которое показывает абсолютно все, что будет в игре. Так, надо бы его убить. И помнить, что эта засранка может убить нас чуть ли не ваншотом. Точнее, просто ваншотом. Не плюйся, гадость. Ощущение, что наши обычные снаряды не приносят ему вообще никакого урона. Воу! Все, я надеюсь. Я надеюсь, это вся аномалия, которая нас ждала. Тогда неудивительно, почему эти ребята умерли. Геты. И люди. Изучить обломки.
Находка. Следы оружия гетов отчетливо видны на транспортном средстве и трупах людей. Геты были уничтожены молотильщиком, по крайней мере, они получили по заслугам. Да, согласен. Это действительно так, так что все хорошо. Садимся в МАК и проезжаем еще чуть подальше. Посмотрим, что же там у нас есть. У нас опять какой-то артефактик. Спартанские руины. Обследовать. Ой, не люблю я вот это вот дело, но ладно. Найден портанский диск с данными. В руинах мы нашли портанский диск с данными. Вероятно, его выронила одна из жертв молотильщика. Замечательно. Опыт получен, денежки тоже. Что не может не радовать. Так, давайте сохранимся и посмотрим, где мы можем побывать. Прокатимся вот сюда, но нам нужно на вампост гетов, а также посмотреть на обломки и потом прокатиться вот в этот угол карты. Собственно говоря, нам нужно тупо уничтожить гетов в этом районе и забыть про это все как страшный сон. Боже, два солнца — это, наверное, стрёмно. Ну, не знаю, мне было бы как-то не по себе немножко. Хотя, кто знает, кто знает. Вообще сложно быть в чем-то уверенным. Интересно, а здесь еще есть молотильщики? Просто если да, то, ну, их как бы убийство нам как бы помогло бы. Ну, чуть-чуть опыта подзаработать там и все дела. Но, видимо, нет. Ладно. Проедем в эту сторону. Посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Пока что вроде бы ничего такого не вижу. Ну, здесь что-нибудь и найдем. Ага, вот что-то я нашел все-таки. Ой, как же он замедляется-то, когда ты взлетаешь. Хотя по инерции, по идее, должен еще вперед лететь. Хотя нет, знаете, если учитывать то, что он поднимается в этот момент, у него... Особенно если он под углом вот так вот поднимается, и я включаю вот этот прыжок, то, скорее всего, да, он лететь вперед не должен, по той причине, что он тормозит малость. Ой, ну ты нормально же стоишь, что тебе не нравится? Разведать, искать. Хорошо. Замечательно. Так, обнаружили легкий металл, крупное месторождение, магния. Круто. Ну что, пойдем убивать потихонечку гетов, я думаю. Классная планетка. Кстати, это далеко не последняя планета, которая будет заснежена именно как вот эта. И на другой заснеженной планете будет очень-очень-очень весело. Там, помнится, тоже довольно-таки долгая миссия будет. Какие-то помехи у нас. Что-то не так, а значит, где-то рядом враг. Должен быть враг. Где он? Только непонятно, правда. А, ну да, все правильно, потому что там у нас геты. Давайте сохранимся. Где-то вот в этом месте у нас должен быть гетовский аванпост, насколько я понимаю. Поворачивайте назад, капитан. Вы выходите за пределы района операции. Ну ладно. Получается, он за стеной. Ну, не за стеной, но вы поняли. Причем где-то здесь. Вот об этом я и говорил. Тихо, тихо. Ладно, буду следовать советам веселых ребят, которые мне напомнили о том, что здесь действительно можно вот так прыгать, уклоняясь от ракет и всего прочего.
Правда, при этом в идеале не надо быть таким кособлоким, как я, но... Кого это, спрашивается, волнует, не правда ли? Так, ладно. Надо бы в идеале починиться. Эй, тихо. Так, если Мака будет уничтожен, мне будет прям совсем печально. А на что чинить Мака, я не очень-то помню. Так. Надо проверить сейчас по-быстрому. Ауч. Щиты сломаны. Самую мало сгорим. Да ладно. Серьезно. Прайм. Второй. Полетели на следующий. Отлично. Мы прям крутые, веселые, все дела. И, в общем-то, прям, не знаю, починиться надо бы в идеале. Если бы еще вспомнить, на что чиниться. О, на что-то я починился. Ну, замечательно. Угу. Круто, я, конечно, починился. Ладно, по крайней мере, больше гетов здесь не будет. Давайте даже сохранимся на всякий случай. Потратили 15 недель, чтобы похилиться. Это было умно. Но главное, что мы убили сначала вот ту большую хрень. А-ля такой веселый танк. А теперь мы с вами полетим... Наверное, вот сюда вот. По крайней мере, я попробую. Здесь на месторождении, точнее, на вот этом, на вот этих вот обломках я, к сожалению, ничего не смогу изучить, потому что у меня нету никаких навыков для этого. Вот такое. Проверить, конечно, можно, смогу я или нет, но по идее я не смогу. Вот, низкий уровень навыка. Поэтому просто проедемся по этой хрени. И попробуем заехать куда-нибудь повыше. Глядеть, что там вообще у нас есть интересного. И есть ли там вообще что-то. Потому что лично я там... Вроде ничего не вижу. Ой, как хорошо падаем. Мне ж прям понравилось. Ну, чисто в теории здесь еще парочку злых гадостей может быть, но я не думаю, что они здесь есть. Давайте просто вот прокатимся до суда и потом до суда доедем, и все. На этой планете, я думаю, на этом будет закончено исследование, так сказать.
Так, мне не нравится эта загрузка. Обычно загрузка предвещает что-то плохое. Надо будет, кстати, потом навестить эти планеты, когда я, так сказать, уеду, пройду уже все, там, не знаю, и просто захочу что-то изучить. Насколько я помню, от моих подчиненных у меня повышаются те или иные навыки, то есть мне нужно будет сюда просто заехать с другой группой и прошерстить вот чуть-чуть эту планетку на вот эти вот как раз осколки. Ну, поняли, о чем я. Не думаю, что это будет сильно сложно, поэтому сгоняем еще сюда, посмотрим, что нам там выдаст. Возможно, что-то интересное, полезное, а может и нифига не интересного не будет. Но, тем не менее, не лишним будет смотаться. Вот, не зря я сюда поехал. Вот здесь мы нашли еще одно месторождение. И, скорее всего, месторождений на этой карте больше нету. Может быть и есть, но я в этом не очень уверен. Ладно, давайте посмотрим, где наше месторождение. Оно находится, скорее всего, вот здесь вот. Я его чуть-чуть проехал. Так, искать ископаемые. Отлично. Месторождение лития. Это замечательно. Собственно, на этом у нас на этой карте все. Поехали посмотрим еще другие планетки, которые мы не успели посмотреть. Мы же вроде там что-то не успели досмотреть, правильно? Или изучить, или вроде успели все. Нет, здесь мы все успели. Так. Перелетаем на Гонг. На Гонг перелетаем. Итак, следующая планета — это Триагир. Триагир — ледяной карлик небольших размеров с крайне разряженной атмосферой из ксенона и криптона. Поверхность планеты состоит большей частью из водяного льда и аммиака. Криовулканические процессы ведут к появлению на поверхности свежих пластов льда. Обнаружен легкий металл, в результате сканирования, короче, литий обнаружили. Ладно, я не буду читать, вот, что мы обнаружили, просто буду читать, что, допустим, какой конкретно металл на этой планете присутствует. Хотя, в принципе, это не так важно. Тессака — обычный водородно-гелевый газовый гигант. В прошлом он часто использовался пиратами и системой Термина, нападавшими на поселение землян в качестве места разрядки двигателей. В 2178 году Альянс разместил на спутниках Тессаки скрытые сенсорные системы. Записи выходных векторов пиратских SSD позволили ВКС Альянса обнаружить через полгода 8 крупных пиратских баз. После тессакских рейдов ни одного корабля и системы Термина в системе Гонга замечено не было. Лоханулись пираты, в общем. Матар — планета земного типа, тонкий атмосферный слой которой содержит азот и криптон. Замерзшая поверхность имеет высокое содержание натрия, встречаются залежи меди. Ввиду присутствия на поверхности ядовитых газов, исследователям следует принимать меры чрезвычайной осторожности. Магнитное поле на планете отсутствует, поэтому разрядка SSD с орбиты на ней невозможна. Частицы звездного ветра, исходящего от Гонга, попадают непосредственно в верхние слои атмосферы. Ионизируя криптон, это придает планете характерный мятный бело-зеленый оттенок. Классно. Мне нравится. Разведать. Найдены записи матриарха. В процессе сканирования планеты Матар были найдены обломки аварийного азарийского грузового корабля. На борту было обнаружено тело, которое доставили на Нормандию. Доктор Чаквас изучила тело, но не смогла выяснить ничего определенного. Среди личных вещей погибшей Азари был обнаружен фрагмент записи матриарха Дилинаги. Вот такие вот дела. Так, понятно, на Казбин мы можем приземлиться. А вот эта планетка — Помоль. Огромная планета земного типа, очень плотный атмосферный слой, который содержит углекислый газ и натрий. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит большей частью из оксидов натрия. Встречаются залежи никеля. Существует доказательство того, что планета когда-то была покрыта обширными неглубокими морями. В случае запуска зонда для исследований поверхности Помоля, поиск останков древних форм жизни имеет большой смысл.
вот так вот. Ну, короче, планета давно необитаема, но, возможно, там что-то раньше и было. Итак, Касбин — планета земного типа, природные условия которой схожи с теми, что были на Земле несколько миллионов лет назад. Горячая, влажная атмосфера состоит в основном из азота и углекислого газа. Часть поверхности покрыта простейшими лишайниками и водорослями, причем их распространение продолжается. Если не случится никакой катастрофы, то эти небольшие растения превратят атмосферу Касбина в подобной Земле смеси азота и кислорода за несколько тысячелетий. Ввиду потенциальной пригодности для будущего заселения и развития разумной жизни, Совет Цитадели объявил Касбин заповедником. Посадка на планету запрещена законом, а любое вмешательство в развивающуюся экосистему грозит серьезным штрафом и тюремным заключением. В настоящий момент планета проходит через хвост долгопериодической кометы. Итак, мы сейчас нарушим закон. Хотя мы и сами закон, так что мы ничего не нарушаем. Это довольно опасная планетка, насколько мне не изменяет память. Здесь вот я, кстати, был. Здесь есть какая-то аномалия. Давайте прокатаемся сюда, и в итоге выйдем как раз на вампост гетов, я думаю. Мы же в нужном направлении? Ну да, все правильно. Вот. Планетка очень красивая, мне очень нравится вот этот а-ля полузакат, полунезакат. Очень классно сделано все. Освещение просто божественное. Боже ты мой, да кто ж меня так вспоминает-то? А вот. Очень классно в игре сделаны краски. Не все, не всегда, но в большинстве своем, как правило, очень классно подобраны. На мой взгляд, по крайней мере, так точно. Так, давайте попробуем аккуратненько проехать как-нибудь вот здесь. Вот если повезет, посмотреть, может быть, что здесь есть. Если нет, ну, значит, нет. Нет, там все-таки ничего нету. Значит, выезжаем отсюда. Спокойный, как говорится, душой. Видите? Давай! Сейчас будет больно. Я предупреждал. Так. У нас самую малость повреждено колесо. Падать здесь довольно опасно. Все-таки нежелательно. Но, тем не менее. А что сделаешь? К сожалению, у нас не очень хорошо управляется эта машина. Она все время куда-нибудь подлетает. Стоит заехать, не знаю, на какой-нибудь бугорок. И она улетает в воздух, в далекий полет. Собственно, что вот вы можете сейчас видеть. То есть мы недалеко вроде заехали, не совсем высоко, но машина улетает в далекий полет сразу же. Так что нужно водить ей все-таки аккуратно. Так, ладненько. Давайте мы тогда пройдемся все-таки в эту сторону, как я и собирался. А потом поедем вот туда. Надеюсь, что здесь будет что-то интересное. И веселая. По крайней мере, на нас пока еще ничего не упало. Это уже хорошо. Так. Угу. Сюда нам проехать не дают, но зато мы нашли какое-то месторождение вот здесь вот. Хотя у меня чему-то такое ощущение, что это месторождение находится малость повыше. Угу. Ну и как вы мне предлагаете туда, мать вашу, забираться? Тихо. Вот так вот. Ух, чуть не съехал. Тихо. Так. Ископаемые подземелья. Какие еще ископаемые подземелья, о чем я? Ладно, в общем, обнаружено месторождение Самария. Как вы помните, мы находимся сейчас в данный момент под хвостом огромного метеора, поэтому на планету самую малость сыпется всякая хренотень. И, в принципе, это нифига не круто. В каком-то смысле.
А плюс здесь присутствует гетты, что еще хуже. Но от геттов мы в скором времени все-таки избавимся. А пока можно поиграться с нашим автомобилем и повеселиться, подскакивая. При этом наш автомобиль нифига не теряет в скорости, но окей. Хотя, по идее, так быть не должно. Здесь чем можно сделать вывод, что физика в игре все-таки есть, но она немножечко нехорошо сделана. Ну, вроде как хорошо, но такое, не знаю, мне как-то без разницы на самом деле, но тем не менее. Факт остается фактом. Физикой местами здесь бывает проблема. Особенно, если ты пытаешься куда-то забраться наверх. У-ху-ху. Так, аккуратненько. Я хочу просто забраться. Не мешайте мне, пожалуйста. Ага. Маяк. Твою мать. Фух! На последней секунде найден жетон. Под маяком был найден жетон капитана Тейна. Известно... Неизвестно, каким образом он оказался там. Капитана Тейна? Тейн. А не его ли это жетон? Ну, если кто не знает, то в одной из частей Mass Effect нас встретит очень веселый персонаж, которого будет тоже звать Тейн. Так вот, мне сейчас стало интересно, не его ли это, собственно говоря, жетончик. Посмотрим, узнаем, как говорится. А пока попробуем как-нибудь выехать отсюда, что ли. Естественно, как вы понимаете, к той хрени мне ехать немножко бесполезно. Ну, вот к той, которая находится вот там сбоку. А, поэтому я поеду тупо вперед и возьму, наверное, еще одно месторождение или что там, собственно, есть. Ну, по горам лазить, на самом деле, извращение, если честно. Самую малость. Оба-на. А там, кажется, война идет, ребята, смотрите-ка. И это все еще и по нам стреляет. Ясно, понятно. Минус одна. Вышечка. Надо аккуратненько доехать сюда и не насануть оставшиеся. Тихо, ребят. Тяжелая турелька гетов мне по плечу, но. Уклонился. Так. Ауч. Отхватил таки. Ауч. Еще и по щиту отхватил. Надо быть в любом случае аккуратным. Делать вот так, не отхватывать по нашим с вами щитам. Тот момент, когда у меня еще и все закончилось. Ха, вот этого ты не ожидала, гадость, да? Такой чуть-чуть чистерский способ убийства наших врагов. Что же здесь они охраняли, интересно мне знать.
Ну что мы здесь встали? Да вот сам думаю, что мы здесь встали. Так-то здесь должно что-то быть, нет? Показывайте путь. Может, у меня мака слишком близко стоит, и поэтому я типа не могу все это определить, найти и так далее. Всегда готов помочь. Что-то мне не нравится это все. Да нет, это хрен разрушишь. Ох, как красиво его развернуло-то. Ладно. Сюда мы еще вернемся с вами, ребят. Ну, я думаю, в этом есть смысл. Но, скорее всего, уже после того, как я разберусь с остальными гетами, которые нас ждут чуть дальше впереди. Но это будет уже, скорее всего, в следующей серии. А на эту серию, я думаю, что вполне себе хватит. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока, дорогие мои друзья.